Сегодня Ксения Петровна Петченко принимает поздравления по поводу вручения юбилейной медали к 70-летию Победы от администрации и общественности города. Мы любую дорогу осилим, даже если она нелегка. Силой духа владеем с рождения и по правилам учимся жить. И на прадедов наших достойных мы во всем быть похожи хотим. Перед самым началом войны Ксения Петровна окончила курсы сельского хозяйства по специальности агроном. И главный экзамен на профпригодность сдала в годы войны. Я находилась на мужской работе. Рано уходила, поздно домой приходила. Потом, это ж только у нас что было? МТС, машино-тракторная станция, на территории колхоза «Передовик». И вот «Передовик», «Волна», «Волна революции», «Красный май». И спускаясь назад, вот это все вот так идешь. Потом назад спускаешься, горный борец. Трудность для юной Ксюши была не в том, что приходилось пешком за день побывать в 5 подотчетных ей хозяйствах, а в том, чтобы твоим указаниям следовали взрослые. И чтоб мужику... Да подчиниться бабе? Да вы что? Результатом труда Ксении Петровны Петченко стала медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Наше поколение было очень перегружено работа трудом. Почему? Потому что тогда вот этой техники было очень мало. Пахалось плугами, валы запрягались. Первые трактора пошли. Чего трактор ЧТС идет? За ним 7 плугов цепляется за трактором, а за 7 плугами еще 4 большие такие бараны. Уже за 70 Ксения Петровна ушла на пенсию. Сегодня ей 91 год.